Ну, так что сейчас попробуем. Ну, будем ждать, да. Будем ждать, да. Оставить тех, по кому есть доказательства, что он там, ну, сильно нарушал законы и какие-то явно агрессивные действия делал. Только этих людей задержат. Остальных обещают сегодня отпустить. Но, пожалуйста, подождите немножко. Сейчас сюда прибудет делегация прокуратуры и совместно будут рассматривать дела и сразу отпускать. Но это займет какое-то время.